Вы знаете, за что вы задержаны с сотрудниками полиции? Здравствуйте, да, знаю. За что? За распространение наркотических средств. А какие наркотики вы распространяли? Соль. Соль? Много? 75 грамм. Пойман был с наркотическим веществом. Ну за что, сбыт или хранение? Сбыт, получается, попытка к сбыту. Угу. При личном досмотре какое количество наркотических средств изъяли? Я точно не знаю, там примерно 70 грамм. Вы ранее судимы? Нет. Свою вину признаете? Признаю.